Той дав гдебик, блядь. Как это нахуй ноль зрителей, блядь? Вчера было больше. Окей, да. Я кого рад, ебалки, что за лес, блядь? Ахуе! Эй, дима хуй, блядь. Погоди, ну ты брат. Сейчас я приду, дайте мне. Не-не-не, чат, я не читаю вас. Бля, проебал. Сейчас найду, сейчас пойму. Так. О, бля, да ты чё? Да ты чё? Сейчас тебя дизлайк ебану. Спасибо большое за видос. Спасибо большое за видос. Фейсхантер что-то скидывает. Это срань. Ну чисто фейсхантер, блядь. Спасибо большое за видос. Блядь, еще одна чипи-чапа. Такс. А помнишь игру с ИЧАЙО с жестокими скримами? Murder House вроде. Мы ее попробуем, автомобилях подобных. Я собираюсь пройти все хоррор-игры. А, что там уже, голосование подходит к концу. Так, голосование подходит к концу. 56-44, Сюит 776 против Катки 8 и фильм. Ну, давайте поиграем в Сюит. Ладно, окей. Ну, я собираюсь в ближайшее время пройти все хорроры, которые здесь купил в Стиме, да купить еще те, что вы посоветовали, и еще пройти те, что с ИЧАЙО. Я собираюсь их пройти все, в принципе. По хоррорам пройтись. Так, Алкохимик, спасибо большое тебе за донатыч. Очень приятно. Очень хорошо. Так, добавь в Стиме. У меня пятихатка завалялась на нем. Постараюсь подарить хоррор про витюбершу, если, конечно, в Казахстан позволит. Джеза, скорее всего, нет. Мы пробовали несколько раз, скорее всего, нет. Между регионами так не проходит тема. Так, наконец-то Давганосик стримит, а то заебал твой подражатель Давгдебик. Давгдебик, все, Давгдебик умер. Да здравствует Давганосик. Да и вообще ни о чем он парень был. Может, проведешь отдельный стрим по Voices of the Void? Игра хоть не спешная, но очень интересная. Так, Лазар, я так понимаю, все очень хотят Voices of the Void. Я могу предложить только следующий вариант. Короче, на прошлом стриме мы говорили о том, что мы будем делать, например, с Озоном. Типа, мы же будем еще слушать аудиокниги. Кстати, собираюсь объявить конкурс артов по нему. Мы же будем слушать еще аудиокниги, но я больше не буду слушать их на Твиче. Нет, нет, нет. Вот, например, я до сих пор держу тот самый видосик «Не для слабонервных», «Самое крупное расследование», «Даркнет» и все такое. Все эти вещи. Как нам с ними поступить? Я, короче, считаю, что сделаю так. Я собираюсь создать этот Boosty. Я собираюсь выкладывать там вот эти вот стримы по Озону. Не выкладывать, а там прямо стримить можно. По этим видосикам я могу сделать вот по этой херне типа Voices of the Void. Короче говоря, отдельное место для тех, кому особо надо. Для тех, кому... Чё ты охуел, блядь? Я выложу туда видос по этим самым. Пошел нахуй, блядь! Я выложу туда видос по тирлисту рогаликов. И вся хуйня, которая не для Твича, которая не массовая, я буду выкладывать туда. Ребят, за 100 рублей в месяц. Если вам это не надо, нахуй, значит, туда не заходите. Только для тех будет, для подписчиков. И я перестану, блядь... Послушайте, ясно, да? Все понятно. А, так, да, значит, сейчас я ебану. Сука, блядь. Еще? Еще хотите? Сука. Я вам объясняю, блядь. Ребят. Вчера я отослал запросы всем рекламным компаниям. Их сейчас практически... Еще ударить? Их практически нету. Все, что мне предложили, это стримить на основном канале Твича казино, блядь. Я не хочу стримить казино на основном канале Твича, тем более. Я бы, если бы это уже сделал, я бы убежал на другую платформу и вообще, типа, блядь, тихо, молча этим занимался. А вот сидеть реально, крутить слот, вызывать у людей вот эту лудоманию, да еще и самому, не дай бог, подсесть. Я, короче, решил, что мне это нахуй не надо. Я решил, что просто, блядь, справимся и сами, без этой всей ебатории. Я буду выкладывать видосы туда. А что, на нум? Блядь.
Это как будто бы удобнее. Я посмотрел, у Манурина есть эта тема. Вон он сидит, стримит. У Манурина есть эта тема. Он там на это самое смотрит с типами какие-то фильмы отдельные, которые они заказывают. Что-то еще туда выкладывает. У меня есть что выложить. Вот такие вот геймплеи, например, или видос, который я сейчас делаю по этой штуке. Короче, я считаю, что нормальная тема. Я считаю, что нормальная тема. Этот видос хуйня, говорит. Так он не должен быть страшный, вроде бы. Я, говорит, буду у Тайданы перезаливы смотреть. Да ради бога, блядь, братан, я что, запрещаю, что ли? Если тебе не хочется принципиально и жалко, ты можешь не подписываться никуда. Угу. На Нуме нельзя ничего выкладывать, там не держатся даже записи больше типа 3 или 4 дней. Ладно, окей, спасибо за поддержку, гандоны вонючие, но я с вами не разговаривал, кому надо, тому надо будет. В общем-то, я считаю, что в любом случае, типа, я прекращу клянчить рекламу, буду нормально что-то хоть, блядь, делать на постоянке. Кому 100 рублей будет не жалко, тот подпишется. Давайте так, я, наверное, включу так, сют или септембр? Септембр как-то не знаю, хочу оставить ее для полноценного стрима. Сделаю вот это. Верните Давгдебика. Давгдебика больше нету. Есть только Давганосик. И у него есть Бусти, блядь. Бусти звучит, как будто бы я какая-то интернет-проститутка. Есть какой-нибудь сайт, который точно такие же функции выполняет, но с нормальным названием? Говорит, так и есть. Patreon? OnlyFans, да? С вами еще будет разговор. Зря я с вами по-человечески, зря я с вами по-доброму там. Ребята, я хочу сделать так, может, поддержите меня, я создам, вот, и мне будет приятно, будет хорошо, и я прекращу то, все, сделаю туда, то. Не нахуй, надо было по-свински, как с тёлками, бля. Ты чё, бля, ты тихо, сучка, вот так надо было сказать. Я сделал, а ты делаешь, бля, вот так надо было делать. Я всегда ошибаюсь тем, что слишком добрый. С кем? Я имею в виду ни с кем. Я всех девушек считаю красивыми и очень их уважаю. Ребят, это ради шутки я так сказал. Типа я ваха. Вы поняли? Джеза, ну окей, попробуем. Давай попробуем. Сейчас я дочитаю донаты. Сейчас игру открою. У мужлан нет прав. Подтверждаю. Ребят, я сосу каблук. Не обижайтесь на меня, девчонки. Я каждый каблук обслюнявлю. Сейчас сделаем. Создай бусти прямо сейчас. Не, я сначала хочу сделать видео, чтобы было на него что выкладывать. Я подумал, я не хочу выкладывать его на YouTube. Это какое-то говно. Типа, выложить его на YouTube вот так вот сразу. Может быть, типа, через месяц или два после Boosty, может быть. Но вот так вот на YouTube, знаешь, это типа того, что я, типа, пытаюсь вернуться на YouTube, но я не пытаюсь. Я хочу для своих со стрима делать контент какой-то. Фух, так, про сайту Play сейчас будем делать. А чё цок-цок? Ребят, вы думаете, что цок-цок? Вы неправильно расцениваете. Я не цок-цок. У меня просто нету достоинства. Вот и все. У меня нету никаких, знаете, как это называется? Я даже забыл это слово. У меня, знаете, чего нету? Сейчас скажу. Принципов. У меня нет принципов. Я как червяк. Я мигрирую. Я как хамелеон. Я подстраиваюсь цветом под обстановку. Надо будет... Блять, пойду кричать Гойда. Надо будет, пососу каблук. А чё, блядь? А чё такого? Так, ладно, всё, замолчите, хуйню нести. Сейчас я сделаю. Надо дочитать донаты.
Все ясно. Так Давгдемика уже нет. Есть только Давганосик, который любит Бусти. Который любит подписчиков. Угу. Почему я не хочу залить видос на основной канал и сунуть туда рекламу? По бабкам же явно больше... Да нет, чувак, вот это как раз-таки позорище. Вот это уже позорище. Если я сделаю видос на канал, то это будет видос, в котором я объявлю о чем-то. Что типа... Я удаляю канал. Или я создал новый канал. Переходите туда. Но просто туда выкатить видос, потому что мне нужна реклама, вот это вот в натуре ниже плинтуса. Вот это помойка реальная. О, спасибо, что веришь в меня. Сделаю я видео, сделаю. Так, так, может, проведешь отдельный стрим Voices of the Void? Вот, кстати, я в эту тему и говорил. Гифка, спасибо большое за 50 рублей. Давганосик, спасибо тебе большое за донат. Поздравляю со сменой ника, всем хорошего стрима, люблю и целую. Ну, слушай, Сир, ну приятно, когда приятное пишете. Давг глаза, Давг джапан, Давг нит, донат, Давг реклама, 8-921-77-26-355. Так, еще гифка. Я не знаю, что это значит, чувак. Ты просто пишешь гифка и донатишь мне бабки. Но мне приятно, спасибо большое. Так, сейчас я еще посмотрю. Так, посмотри First to Phantom, там намного быстрее разгон. Я сохранил эту игру, First to Phantom, она на следующем стриме будет уже скачана. Ну, на следующем стриме по хоррор-играм. Ты читал донаты, пес? Я сейчас их читаю. Так, Арека, без комментариев, скидывает 400 рублей. Нифига себе, спасибо. Ого, спасибо. Так, если ты хуй забивать не будешь, то будь норм тема так-то. Слушай, я скажу так, я знаю, что вы мне не верите, ну потому что я плут, блядь. Но я скажу так, если я буду забивать на Бусти, и при этом вы у меня будете сидеть в подписках, я удалю его нахуй. Прям как сука я поступать не собираюсь. 50. Какой Бусти, дед, ты чё охуел? Ты чё охуел, блядь? Можешь, пожалуйста, Бусти? 100 рублей подписка, блядь. Столько контента, ты ебанешься. Я буду работать, я буду твоей личной сосалкой. Я буду работать на тебя, только тебе видео делать. О, великий Давганосик, давай создадим твою платформу, где ты будешь стримить с Блэкджеком и шлюхами. Эта тема уже обсуждалась. Найдим с алкохимиком или кто там, подожди. По-моему, они хотели создать отдельную нашу стримерскую платформу, где могу стримить только один я. Потому что, ну, тяжело будет держать сервер, где куда-то еще могут кто-то стримить. Ну, вообще, конечно, это прикольно. Чисто наша стримерская платформа. Ну, а смысл? И чё мы там? Мы там протухнем, как консервы в банке. Верните Давгдемика. Блядь. Так, ладно, играть надо, играть надо. Сейчас дочитаю донаты. Так, добавь в стиме, у меня пятихатка завалилась. Так, Джеза, а сейчас ты мне скинул свой ник? Джеза, у тебя такой же ник в стиме или как? Сейчас я найду. Наконец-то Давганосик стримит. Так, это я прочитал. Максим, надо дверь в котельной замерить. А? Чего? Так, о, великий Давганосик, давай создадим... А, это я только что читал, бля, но мне так понравилось сначала, что я еще раз решил. Так, Ирина Хакамада, мнение. А, это которая такая мулатка? Ничего себе. Там на ИЧО есть игра про тебя, Макс The Elf. Чекай без стрима. Че, в натуре прям без стрима? Ну-ка, дай гляну. Что там, у эльфа яйца висят? Он почему-то даже не показывает мне эту игру. Ладно, чекну. Diamond Dawg. Кто-нибудь сделайте мем с удмуртом банкетным и т.д. Мне впадло. Мне впадло. Diamond Dawg звучит тоже неплохо. Dawg Deluxe, Dawg Gold, Diamond Dawg. Все это для того, чтобы продаться. Ну а Давганосик это для своих, чтобы поржать. Так, а в чем прикол? Прикол в том, что ты мне задонил 100 рублей. Спасибо большое. DGX, здорово, залупа, он мне пишет. Ты че охуел в натуре? Я прохавал, что ты чат хуй читаешь, поэтому привет тебе из Набережных Челнов, от меня и от Ивана. Привет вам в Набережные Челны. Я чат читаю постоянно и всегда, и весь чат. Только я играю в игры. Я в этот день играю в игры. Когда играю в игры, ничего не вижу. Ты в натуре? Не-не, тогда да, тогда давай. Не-не, спи. Да, давай, иди спать, да. Сейчас, секунду, этот вот звук, сейчас я уберу его. Так, я здесь.
Звук на нервы давит, я вам его выключил, сам слышу. Здорово, залупа мне говорит, блядь, GX, ну ты даешь, спасибо большое, здорово. Я читаю чат, просто никогда игры играю. Ты, наверное, просто не видел, когда я играю в игры. Это давно было. Хай, Довгоносик, оцени рэп. Жгучее солнце пустыни дрочит мои глаза. Пьяный, бля, что на... Бля, не пиши больше. МС мне написал. Арбузик, Макс, я тебе отвечаю. Довгнарь, топовый ник. Довгнарь. Ну ты даешь. Если сейчас не возьмешь, заберут и присвоят аудиторию. Может быть. Может быть, Довгнарь норм. Ой, бля, Давгнарь, Давгопёсик. Ну, я честно скажу, сказать вам честно, что предшествовало Давгоносику. Я думал, что я назовусь Давгосик. А потом я подумал, мне что, 5 лет, я что, обосрался в горшок? Приду к вам и такой, я Давгосик. Давгосик будем смотреть мультики. Ну что это нахуй? Мне уже 30 лет почти. Ну и вписывал, в общем, этот ник, и вместо Довгосик, короче, раз-раз у меня что-то прострелило, и я, нет, подождите, ха, Довгоносик, вот же оно, есть, есть победа. Так, ладно, сидит бухгалтер в Яндексе и заполняет отчет на Максима Смоленцева, также известного как Довгоносик. Это смешно каждый раз, нахуй. Известный в интернете под ником Довгоносик, ник, под ник, ой, осуждаю, блядь. Несу нахуй. Осуждаю, ёбан, бро. Под ником Довгоносик. Блять, это не, нельзя быть известным под ником Довгоносик. Типа, это только между своих тем разгон. Это только мама так клички дает. Баним его, ребят. За что, за что? За что осуждаю? Я оговорился просто. Под ником говорю. Чистим, чистим. Не-не-не-не. Ну, слушай, если кто-то заклепает, перманентный бан, ты знаешь правила. Так, трейд-оффер. Ты оффаешь на 60 дней прямо сейчас, а мы делаем вид, что ничего не было. Дюха. Через 60 дней. А я подрублю, чтобы проголосовать за новый ник, все равно Довгоносиком буду. Сидит бухгалтер в Яндексе, ага, это я прочитал. Ты можешь отжать ник, если ты медийная личность, как Саша Грей сделала. Ее ник у чела забрали и ей отдали. О! Но дело в том, что ник Давг, это как-то, ну, странно, это ж просто слово сленговое американское. Как я у какого-то америкоса отожму ник, потому что я, блядь, какой-то там стример. Давгос могу, в принципе, попробовать отжать. Как думаете, написать в саппорт Твича? Или я теперь, или мы теперь Довгоносики? Что да? Что да, мы теперь Довгоносики, да? Го-колесо за очки на ники. Нет, уж за очки я свой ник менять точно не буду. Я уже за очко поменял. Я подумаю насчет отжать ник Довгоса. Бесчестие, конечно, полное. Так, ну ты выстрел, конечно, я обалдею. Люблю, целую. Так, что там Довгосранчик мне пишет? Довгосранчик. Ура, наконец-то стрим моего любимого стримера Довгоносика. Да, я здесь, ребят, спасибо вам большое за донаты. Спасибо большое. Так, а ты заметил, как Довгоносику больше донатят, чем Дебику? Вот и думай головой. Так Дебику сам подумай, кто донатить будет. Макс, теперь ощущение такое прощупывается, будто бы такой весь молодой мальчик лет 10, и весь контент — это просмотр мультиков. Не Дебика, а Довгоносик. Не Макс, а Максутка. Максимушка. Максутка, блядь. Довгоносик. Ребят, будем решать эту проблему с ником. Это как бы на обсуждении все. Макс Довгопупс. Хорошей тебе стримерской карьеры, на которой ты сегодня на тоненьком мог поставить крест. Я когда это делал, я даже не думал, что как-то наврежу себе. А кто это новый солидный стример, который сразу получает много рекламы? Довгоносиком зовут? Не слышал. Не слышал? Меня спрашивают. Слушай, я слышал такого. Мне кажется, у него все будет заебись. Мне кажется, у него все будет успешно. Так, Макс Довгопупс. Давгич, такс. Давгич, Довгонян, просто Давг. Давгич, Довготина. Так, это я все читал. Да, говносик. А, да, говносик. Привет, мне нравится новый ник, я люблю тебя. О, Сметания мне пишет. Сметания, спасибо тебе большое за донат. Это было приятно. Ага, Довгоносик, ладно, что ты? Ну, типа, нормально. Да, Максим, я угораю. Папе, папе, не смейся надо мной.
Довгоносик, тебе мама разрешает так поздно над компьютером сидеть? Кстати, Довгоносик же... Почему все думают, что Довгоносик — это маленький кто-то? Довгоносик. Ну, не обязательно. Бля, хотя, ну а как еще Довгоносик? Бля, Довгоносик, как меня угораздило, че, ебанутый. Довгоносик — это что-то типа имени в книге Озона. Так, все, это я вроде читал. Ребят, если чей-то донат пропустил, боже упаси, извините меня, но я вроде все тут прочитал, сейчас прочитаю последнее и погнали играть. Назовись Смоленчик, брат. Да, в этом есть смысл. Да, Смоленчик — нормальная тема. Но никто не понял, никто не поймет, что это я. Никто не поймет, что это я Давк. МС Отопление, донат Пэй, ух, ну и рэпер. МС Отопление ты назвался? Это я, блядь, Довгоносик, не прав еще в чем-то? Ты поставил крест на карьере, еще не начав ее. Максим, солнышко, ты супер, жду фото пяточек на Бусти. Славяночка. Ладно, окей. Ладно, окей, за 100 рублей в месяц можно. Шматок, Максон, привет. Про Бусти нормальная тема, но ты в натуре Довгоносик. Да ебаный в рот, меняй на хороший ник. Почему этот ник не хороший? Обоснуй. А он разве не отражает мою сущность? А что про Бусти? Ну блин, не ври себе, ты уже 6 лет тут видос делаешь, а тут неожиданно сделаешь, даже с учетом того, что там минимум монтажа. Подожди, не ври себе, ты не ври мне. Давай сначала сделаю, а потом посмотрим. Я же сказал, что без видоса Бусти регистрировать не буду. Бусти звучит ужасно пошло. Бусти, как бупсы, как сиси. Как будто там надо постить реально фото пяток. Пиздец. Но там зато можно внутри стримы проводить. Зацени, ник придумал. АБВГ ДАВГ. Ну, буби-вуби, это я Довгоносик, это ты Довгоносик, это ты Максутка. Мне одну подписку на Бусти, пожалуйста. Серега, все будет. О, Кирегу, бля, забнотил $20. Немного пропустил тему. Я правильно понял, что ты хочешь делать Бусти вместо того, чтобы кормить нас стримами по GTRP и прочей рекламы? Это же круто, нахуй рекламщиков. Чувак, именно так. Я не хочу включать... Я также просрал Сирус. У меня просто нету, блядь, сил стримить Сирус. Душить этой хуйней вас зачем-то. Это куда более фальшиво и куда более неправильно. Я чувствую, что это не круто. Хоть мы и пытаемся разбавить что-то на фоне, включить Озона, там что-то поговорить, послушать. Рекламщики выебываются. Нахуй ты так делаешь? Блядь, стрим, блядь, говорит то, что мы сказали. Если уж и какая-то реклама, то пусть это будет хотя бы просто баннеры под стрим. Или что-то, что очень меня интересует, что мне самому нравится, что, во что бы я там хотел с вами поиграть. Но я бы предпочел, да, другой формат. Плюс я расстроился после того, как из всего, что существовало в интернете, ко мне пришли только казиношники. И сказали, на основном канале делайте подтверждение, делайте кружок в Телеграм, где вы снимете этот чат, и, короче, и то, что это ваш канал, и себя, блядь, и, короче, паспорт. Вообще какая-то бандитская хуйня, мне это не понравилось. Так, ну, короче, я обо всем об этом подумал, и действительно считаю, что, может быть, это хороший вариант, но... Узнаем, ребят, узнаем. Все еще впереди. Привет, Довгоносик. Привет, Довгопесик. Спасибо, взрослый. Спасибо, братишка взрослый. Деймос, откуда у вас бабки? Блядь, не пойму, зарплату, что ли, выдали? Замутил тебе хайп-план. Пилим короткий видос на YouTube, где расскажешь, какие у тебя стримы охуенные, вперемешку с нарезкой. По поздравлению видно, что язык еще не заплетается. Ждем хайп... А, ну окей, ждем хайп игру, сериал. Постим за час до стрима, жестко хайпим на кучу зрилов. Деймос... По поводу хайпа, я надо, короче, ловить эту хуйню. Надо ловить в ТикТоке. Что сейчас самое трендовое? В ТикТоке, наверное, все это первым появляется. Ловить эти игры, ловить эти сериалы, все это в день, самым первым постить. И также, короче, все это на YouTube перезаливать, чтобы были тамнейлы понятные, названия, чтобы все это было оформлено. Короче, это пиздец, ребят, что планируется, что сейчас будет. Ребят, это пиздец, что грядет. Я Довгоносик, я переродился. Из Довгдебика в Довгоносика. Я за любой движ, ебаши Бусти и Казик, и все, что душе угодно, исполняю, угораю, живи жизнью, Максим. Вот Сугус Макса я бы слюняво в его бороду поцеловал. В его щеки с легкой небритостью. Сугус Макс — это брат по жизни, по крови. Духовный. Вот такую тему сказал. Говорит, похуй, что Казик, что это. Давай, говорит. Ну, блядь, Сугус Макс. Максим, надо дверь в котельной замерить. Все, ребят, я все прочитал. Сори за то, что так долго задержался на донатах. Так, что там за картинки вы постите? Блять. Он такой глупый. Такой безобидный.
Скажи в видосе, что ты из тюрьмы вышел. Прикинь, как охуеют те, кто на стримы не приходил. Да, я не против. Я думал, что если уж, блядь, какое-нибудь придется делать оповещение о том, что у меня что-то есть или что-то поменялось, то я там буду жестко пиздеть. Я буду очень сильно врать. Я сохраню эту картиночку. Спасибо большое за довгоносика. Ты знаешь, я даже, наверное, поставлю ее на заглушку. Сейчас, прямо сейчас и сделаю. Так, где она? Хорош. Спасибо большое. Дишкан, ты донатил, да? Сейчас посмотрю. Ой, кто-то задонатил на Donation Alerts, наверное, по ошибке. Ребят, Donation Alerts что-то очень сильно подвел. Сейчас я посмотрю, что там, конечно, есть. Последнее сообщение. Ага, ассалам алейкум. Че, по кайфу, то и делай. Хоть 1к ставь на подписку, я подпишусь, только не 1099. А то как-то не то. Ответь в 10, а то коллапс тухнет. Так, подожди. Коллапс тухнет? А, ты про типочка, который с этой темой. Братан, я не могу в ближайшее время насчет этого порешать вопрос. Я еще списался с этой девчонкой, которая витюберша, которая берет у всех интервью. Она меня очень-очень-очень сильно просит, типа, в конце февраля прийти к ней на стрим. Я не вижу смысла отказывать. Почему нет? Но я ей не дал как бы четкого ответа, когда и что. Еще думаю. Меня, короче, на русской таможне 3 часа допрашивали, когда прилетал, чё, типа, куда ты, чё, в натуре, нахуй? А расскажешь потом подробнее по-братски, алкохимик? А, я читаю, блядь, свои личные переписки в Дискорде, ебать, я ещё вообще, что ли, с ума сошёл? Я не донаты читаю. Но всё равно, алкохимик, если ты слышишь, короче, это поговорим потом. Твоя оливка, Дишкан. Ага, ага. Сметание, больше такое не пиши, осуждаю. Да, хороший ник, лучше, чем мой. Анальный охотник пишет. Ну ладно, хуй с тобой, ты не залупа, но ты, так, но ты красивый. Но Иван Струц лучше. Ну, может быть. Слушай, на вкус и цвет, диалог из книги Озона. Тебя как зовут? Да, Давгебик. Давгоносик? Да, Давгоносик. Здравствуй, Давгпил. Давгупилс. Это кто? Есть такой город в Латвии. Забирай скорее, потом мэром станешь, будем империю строить, на кофе по 10к утром переводить жителям. Я считаю, что я еще не отменил свое предложение нам всем вместе скинуться и построить бункер на всех. 5-этажный под землю. Зацени. Давно в жопик. Ой, бля. Давно. Давгоноид. А, типа как кубаноид, давгоноид. Давгоноид какой-то, какой-то грязь какая-то, какой-то гной какая-то, фу. Кто-то лакомится, как он будет это слушать? Максим, не слушай никого, ник Давгоносик топ. С таким ником так и хочется откукурузить твой носик. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне приятно это слышать. Мне приятно знать, что вы меня одобряете. Все, ребят. Спасибо за донаты. Поехали. Читал их целый час. Звук рабочего стола. Бля, у меня от сквозняка ноги крутит, блядь. Press I to play. Не понял. Подлагало, что ли? Подлагало, ребят. Затянули мы с ней. Перезапускаю. Чехни Довгоносика. Ты думаешь, это он? Надо сделать эту. Макс Стим. Загони своего баратрума в мой лайм. 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 Давгонос. Надо сделать этот... Как эта хрень называется? Смайлик такой. Так, сохраню себе. Давгоносик Татьяныч. Миллионы должны подписаться. 1000 отпишутся. Миллионы должны подписаться. Подожди, какую-то хуйню сказал. 1000 должны отписаться. А, нет, 1000 отпишутся. Миллионы подпишутся. Ну, так скажем. Вирсодавк.
Millions, billions must be довгоносик. I to play. Не понял. А, блять, пацаны, это пизда. Вот вы, я думаю, что вы мне пишете один? Думаю, вы что, ебанутые? Это не ай, это единица была. Но это тупо, блядь. Со стороны гейм-дизайнера это была полная тупость, потому что выглядело, будто бы это ай и кью, а не 1.9. Ну, в натуре. Но такое бы не понял только Давгдебик. Давгоносик быстро разобрался. Не, ну это тупо, сами согласитесь, блядь. 1.9, нахуй. Начать игру 1, закончить 9. Че гоните, блядь? Такс. Здесь нельзя сохраняться, нужно типа за раз пройти. Это страшное, говорят, очень страшное. Dark Genius. Во-во, это чтобы рекламировать какие-нибудь эти графические планшеты. Mercy was found in her home, dead. She hung herself. Мэри, короче, повесилась дома. She left her only family alone. Her 7 years old son. Она, короче, оставила дома всю свою семью одних. Ее 7-летнего ребенка. Мерси была известной архитекторшей. Очень хорошо известной архитекторшей. К сожалению, она стала слишком популярной. Не успел прочитать. Это моя попытка доказать, что сьют, что дело 776 существует. Чтобы сделать, я фотографирую Мерси в... Блять! Так, все, что осталось, это позвонить в звонок. Это все, что нужно сделать. Просто позвонить в звонок. Я отправил Давгдебику 100 баксов, но ты же больше не он, они до тебя не дойдут. Не ври, я сейчас лопну от такой лжи. Меня взорвет. О, бля, фильм, ой, бля, какой фильм? Лифт, ёптать. Я хотел сказать, как в фильме про лифт. Что-то у меня с фильмами сегодня вообще дислексия лютая. Ребят, мне нужно... Так, пауза есть? Press I to continue, блядь. Это как, не жмется? Шутка, бля, я знаю, что это единица. Сейчас. Все, ребят, мне нужна одна секунда, я сейчас приду. Одна секунда. Все, я здесь. Я сейчас использую хуёвый микрофон свой, который, ну, другой. Надо будет поменять. Мне интересно, вы слышите вибрации от компа, которые идут по столу через микрофон? Он шумит у вас, шуршит? Так, я ничего не слышу, наверное, это нормально. Нет, да? Давголёт? Чуть-чуть? Фух, пиздец, он оставил нас наедине с этой головой. Я, наверное, тогда буду менять микрофон. Мне не нравится, что он так хорошо захватывает всякие шумы, ничего не, этот самый, ну, не редачит. Нет, не срезает. Developed by Станислав Тручевский. Ну, а вы на Довгоносика пиздите. А, 2 FPS, да? Сейчас сделаем. На чем они делают игры? Почему они так, блядь, идут херово? Так, попытка. Попытка. Смотрю на стриме, проверяю. Зависло, да? Попытка зависла. Так, так, дайте я подумаю, что еще можно сделать. Что еще можно сделать? Donate Pay. Я вот пока играл, вся эта хуйня высвечивалась без звука и без текста, просто Donate Pay. Блин, ну что никто не сказал, что это убрать надо в очко, это дело страшное. Такс. Да, в натуре. Настроек графики здесь, естественно, нет. Сейчас я сделаю еще вот такой финт. Посмотрим, сработает это или нет.
Я же не тянет игру. Да в гебика бы потянуло. Не тянет игру. Сейчас, подожди, там никаких настроек не было, когда мы начинали игру. Ну, перед запуском. Попробую сделать следующий прикол. Так, сейчас сделаем. Были, да? Сейчас попробую чуть-чуть облегчить все это дело. Жму, задержал и жму 9 для выхода. Это же 9. Alt F4. Сейчас сделаю так. Ой. Ой. Let's find Larry. Так. Долгоносика скачаю. Go 8 и фильм. Ну сейчас, если не пойдет, то пойдем смотреть фильм. September 7 оставлю на один полноценный следующий стрим. Не хочу стримить по 6 часов. Хотя я уже стримлю 3, сейчас еще, блядь, фильм плюс 2 часа, это будет 5. Мне кажется, что стримы по 6 часов тяжело смотреть, тяжело резать, тяжело воспринимать. Мне кажется, надо делать по 2,5 и все. Так, я вот так вот сейчас сделаю, открою у вас с телефоном. МБ это чуть расслабит систему. Graphics quality. Так, low. Нет, Windows мы не делаем. Display 1, input, что там? Ну, давай попробуем так. Сейчас на Twitch зайду. Twitch. Захожу. Я в эфире. Я в эфире смотреть. Ну а что я не могу? Бля, приложение просто ублюдонское. Как мне зайти на свой канал? Вот это интересно. Ну вот чат смог открыть, еле-еле. Все. Так, давайте проверяем. Ой, страшно. Так, что там? Зачем тебе этот фуфел Усманов со своими бусти? Бусти держит Усманов? А какие есть у бусти аналоги? Там же был какой-то хорошо, который назывался. В ТГ сделай платный канал. Именно туда новый видос опубликуешь для своих. Там и стримить можно. Реклама под стримами ТГ будет у тебя в будущем. Здоровья крепкого. Реально, в ТГ платный канал. Как-то это слишком по-зумерски звучит. Не знаю, реал? Часть 1 3 часа, часть 2 3 часа. А слушайте, наверное, да, я, наверное, офну после этой игры и переподрублю на фильм. Или зачем, да? Нахуя? Или да? А зачем? Да, 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 по поводу всякой вот этой вот темы, по поводу этих видосов про Эпштейна и прочую вещь, будем отдельно это все, не на Твиче, не на Твиче. Она стала известна, но по неправильным причинам, по другим причинам. Лучше переподруб, мы бы на фильмы запретки будут. Есть такое, есть такое. Ну ладно, сделаю переподруб, не знаю, зачем сделаю. Хотя по факту это только вредит, если так разобраться. Патреон в России не работает, а ТГ это дрочь. Я тоже думаю, что ТГ это дрочь. А Бусти работает, да? А что есть еще? Патреон, Бусти и все по факту, да? Ну это, как эта хуйня называется? OnlyFans. Ну это мем, блять, если у меня будет OnlyFans.
Планируется ли весенний врыв какую-нибудь ММО, чтобы с коленкой и пойди, моя душевная будет как сила. Я бы не против залететь в ММО РПГ. Мне бы только, чтобы... Ну что, ребят, ФПСы. Мне бы только, чтобы какая-нибудь была интересная, чтобы была какая-нибудь новенькая. Ну что, ребят? Норм это как? Она у меня, кстати, просто так на компе хуёво идёт, как-то всё обрывается, да, вертикальная синхронизация отсутствует. 15 есть, FPS смотреть можно? Было 2, стало 5. Да, вижу. Не, ребят, мне кажется, что, ну, хоррор, чтобы поиграть, вот этого просто мало. Это недостаточно хорошо. Окей, окей, я, наверное, рефаундну тогда эту игру и куплю за эти деньги какую-нибудь другую, которая будет нормально идти. Плюс это калька с пяти. С какой еще пяти? Калька с пяти, все это было. Хуевато, да, вырубаю. О, бля, вот это, о, вот это коробит, вот это караптит. А почему так, что, бля, программировать не умеете? Ребята, молодые программисты есть? Интересно. Надо попросить, чтобы Дима на стриме подрубил эту игру. Вот у него так же будет или что? Ну не может быть. Наверное, у меня просто реально слабый комп. Наверное, я просто думаю, что у меня нормальный комп, а на деле он говно уже давным-давно. Все, я вырубаю. Все, ребят, я выключил эту игру. Угу. Да, ее нету. Давай September. Сейчас гляну, насколько она как вообще хорошо идет. Нехорошо. О, бля, Russian есть. Вот это порядочно. У Дебика комп огонь был. Остаточное игростояние. September еще больше лагать будет. Ну, давай проверим. Может быть, он оптимизирован лучше. Ну чё, как, ребят? По FPS'ам. Эльф, тебе придется продолжить мою игру. Хорошо, да, идет? Кайф, кайф. Лагает? Ну, кто-то пишет лагает, я не знаю, кому же верить. 20 FPS. Ну, хотя бы пройти ее можно будет поиграть. Поиграй со мной. Взять. Звука нет? Ой, блядь, он же дурак, что ли? Четко и плавно, гладко лагает. Несколькими часами ранее. Скоро пойдет дождь, нужно домой. Ой, кайф. Как приятно наблюдать. Все, решено, ребят. Извините, что немножечко вас промурыжил лишнего. Наверное, сегодня мы заканчиваем со страшными игрульками и продолжим на следующем стриме. У меня еще много скачанных, и я подкуплю новых, которые вы мне посоветовали. Все будет супер. А сейчас давайте пойдем смотреть фильм. Без переподруба. Зачем? В следующий раз как-нибудь просто... Хотя, бля, как же это настроить нормально? Зачем мне переподруб? Вот хоть одна причина. Зачем? Типа, переподрублю, я и че? Кому-то будет зайти удобно и посмотреть вот на Твиче. Отдельно с фильмом, отдельно с играми. Не думаю. Давайте так, смотрим так, без переподруба. Возвращаю себе браузер. Го 8? Да не, я так подумал. Прикольная, конечно, игруха. Ну, наверное, хватит. Надо не перенасыщаться, надо, чтобы еще был какой-то интерес потом во все это играть. Вообще, если бы я был хайповым стримером, я бы до сих пор 3 дня подряд хуячил в Blackshot рулет нон-стоп, чтобы просто туда Тайнданус выставлял... в нарезке, чтобы они там по 30 тысяч просмотров собирали и все, и еще в ТикТок. Ну, вот это было бы да.
а не вот эти вот хорроры. Да, перерыв пошел, ребят. Че, никого не зовешь, Сиёки? Ну, сейчас... О, репортаж 2007. Че, погнали посмотрим репортаж 2007? Я люблю, когда приходит вариант сразу первый, против которого ничего не хочется говорить. За который, в принципе, можно ухватиться и уже ничего не решать, не крутить колесо, блядь, не голосовать. Репортаж крутой фильм, по-моему, я смотрел вот на выходе, еще когда я был в 7 классе. Я бы его пересмотрел. А, не, погоди, мы его смотрели вроде, нет, ребят? Мы его не смотрели на стриме? Не-не-не, не может быть. It Follows. Я бы еще посмотрел It Follows, потому что я не смотрел It Follows. Смотрели, пишут. Это пишут те, кто не хотят его смотреть. Восьмерку поиграем, но не сегодня, поэтому голосовать не будем. Восьмерку еще поиграем. Что, 2 раза его прошел, мало что ли? Мы его с Дав к дебикам смотрели. Давгаса я даже не знаю. Давгас это ВАЗДовский. Я хочу посмотреть либо репортаж, либо It Follows. Потому что я не смотрел It Follows, а репортаж смотрел давно. И раз у нас сегодня, ну, такая тема про всякие жутики, про всякие хорроры, ужастики, то давайте посмотрим тогда страшный фильм. Так, посмотри, что у меня тут в закладочках. Something Strange with вот эти вот есть. Я думаю, мы будем обязаны это глянуть, но в какой-нибудь киновечер попроще. Шестой элемент с Лесли Нильсоном. Плюс Монти Пайтон вместе с Путом. Да, это тоже на очереди, Так, потом есть вот такая вот «Фермерская жизнь в ином мире». Но я уже 4 серии сегодня глянул, когда спать ложился. Это шикарный фильм. Дэвид Линч снял. Зачем ей кукуруза? Дэвид Линч снял с себя и выкинул, как штаны обосранные. А, это Кубрик? А, Данил Личинка, не Дэвид Линч. Может, триллеры? Вот вроде врубаете фильмы, смотрю, все говно. Видел Сереги Пирата триллер «Исчезнувший» 2014. Нихуя себе, даже интересно. Мафикс, как можно было не смотреть «Исчезнувшую» 2014-го? Ты че, Мафикс? Мне казалось, что этот фильм все чекнули. Я его, кстати, недавно пересматривал. Типа где-то, ну, 1.5 года назад. Да, я посмотрю сейчас донат, брат. Извини, что промурыжил тебя. Сейчас посмотрю донат. Пожалуйста, модеры, сделайте голосование в чате. It Follows. Напоминаю, что такое It Follows. Это, короче говоря, монстрик, который следует за жертвой пешком, медленно. Но типа через реки, моря и океаны. Идет за ней, идет. А передается этот монстр как ЗППП. Они там в клубе раз посношались в туалете, монстр перешел к другому. Ну, тупо, да. Ну, такой вот фильм есть. Этот монстр идет. Либо, короче, смотрим репортаж. Репортаж, вот этот французский, по-моему, 2007 года. Вот такой у нас выбор из двух. Так, а теперь... Смотрели же? Ну, It Follows точно не смотрели. Я не смотрел этот фильм. It Follows скучный. Говорят, It Follows скучный, репортаж лучше. Ну, давайте репортаж. Я вообще не помню репортаж. Ребят, вложитесь в репортаж, если вам это... Ну, тем, кому все равно, но... Чисто от моего мнения проголосовать. Привет, Довгопопик. Добавь Trash Horror Collection к списку. Особенно обрати внимание на Poop Killer в этой коллекции. Жесть, бля, вот это советы. Ну, давай посмотрю. Ладно, окей, добавил, братан. Спасибо большое. Ого, новый ник неплохой, но можно было придумать что-то и получше. Как насчет Dog Sausage? Хан Сосич. Ты понимаешь, что ничего лучше Довгоносика быть не может? Даже если это всего лишь на пару месяцев. Это будет легендарные пару месяцев. Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Люблю тебя, мой милый. Лик, сметание. Ничего, приходи почаще. Бля, знаешь, что за сметание скрывается на самом деле мужик? Меня это немного смущает. Но совсем немного. Бусти, Давк,
Хенпекет, Давк Симп, Давк Сниф Сниф. Кстати, Давк Сниф Сниф имеет смысл. Давк Сниф Сниф запишу. Давк Сниф Сниф будет в голосовании. На аукционе. Давк Сенсей, Ронин Давк, это, бля, кринж. Давгорос. Бля, могу. Так, это точно нос? Сейчас посмотрю, что там. Че, подрисовал, что мой аватар нюхает перевернутую жопу чью-то? Да, пиздец, не могу найти анимацию, где у тебя кошка сожрала булки. Такая анимация была, и, кстати, очень качественная от умелого человека рукастого. Где она лежит на ютубе, понятия не имею. Не знаю даже, как называется. Сделай роспись на спине, либо на сиськах. О, братишка, ну давай попробую. А голосовухи можно оставлять? Как тут на стене расписаться? О! О, бля, здорово! Пишу вот так тебе. Все, оставил тебе роспись на стене. Все прочитал. Так, с какой фирмы выбрали? Репортаж. Оно и понятно. Говорят, It Follows скучноватый. Репортаж 2007. Смотреть онлайн. В треке черепахи ебутся. Тридцать лет, и чё нах? 40 нах. Кто больше? А то она только по ссылке доступна. А, интересно, он реально убрал ее и сделал только по ссылке. Хотя, ну, она собрала там нормально просмотров и все такое. Интересно, почему. Так, кого зовем? 720 это максимум. Здесь с 1xbet там будет. Так, вы это все не видите, блядь, что я на этих сайтах вообще ползаю. Гид онлайн. 720, не понял. О, может, Коля хочет посмотреть репортаж? Сейчас я ему позвоню. Он не любит ужастик, он будет в доту играть сидеть. А? Алло, привет. Привет. А ты такой добрый сегодня? Конечно. Ну конечно. Ты будешь смотреть репортаж? Какой? Первый. Space Off? Нет, 2007 года. Да, конечно. Все, что nice. За репортаж? Фильм. А, блядь. Ха. Лан-лан. Давгаяр, Давгалакомка, Давгищи, Давгуч, Давгуси. Стизи, спасибо большое за подборку, крутая. Ты, кстати, Стизи, после меня будешь подрубать? Я тебе рейд дам. Стизи начал, короче, стримить свою поя, играет, сидит в доту, короче, там дрыщет по-молодежному. Все эти приколы знает, там про проснулся, дал газу, вот эту вот тему. Так, ну вон Сугус. Сугус просит, говорит, если что, давай добавлю. Так. Ну сейчас Диме напишу, вдруг Дима не спит. Спишь? Алло, здорово. Алло. Ой, надеюсь, Дима спит, короче, втроем посмотрим, блядь, потому что сейчас там добавлю Ипо, Диму, как-то будет странно. Ипу, добавляй Ипу тогда. Сейчас придется тогда как-то без Тимура смотреть фильмы. Мы с ним смотрим фильмы. Блять, сейчас, короче, всю нахуй ораву. Нет, Тимура будите не я. Надо. Тимура не надо. Будите Ярика. Я уйду, если Тимур придет. Так. Так как? Кого мне надо было добавить? Кто-нибудь видел Тимура и Колю в одной комнате? Мне надо было добавить Стизи. А, ой, блядь, Ипо. Он пишет уже две причины. Ах ты, Тимур.
Ну и по не особо часто заходят на такие стримы. А, ты вот так вот, без этого? Без приглашения? Какой ты грубый. Да, я ему написал, пойдешь в фильм, смотри, сижу, жду ответа. А бля, чувак, взял и пригласил. Ему 16 лет. Это всегда лет. Так в жизни. Не, ну это всегда так в жизни работает, пока я там хожу, вот это вот, привет. Не, я пи-пи-пи-пи тоже делал. Уже... Ну да, я уже схватил за юбку, бля, подтащил к себе. Мы уже за памятником на набережной ебемся. Пока ты за цветами побежал на него. Сука, вечный огонь не трогайте. Так, какая-то реклама беспонтовая. Ладно, и понят. Странно, как-то вообще странно все это. Что этот фильм, короче, в таком качестве везде, типа в 720. Наверное, в 2007 было только 720. Все, показываю. Название стрима... Человек искусства пишет стих под твой стрим. Он как обычно, человек искусства. Ну пусть пишет. Название стрима менять тоже не буду. Хер с этим репортажем. У Ипа как будто причина, как будто он только сейчас ее выдумал буквально. Такой, почему не пойду? Я стих пишу под твой стрим. Так классно стихи пишется. Не-не, он же анонсировал то, что у него там будет когда-то скоро, да, я знаю. Творческий вечер. А, точно, у него же творческий вечер. Вот это музыка, которая играла, кто спрашивал. Какой носик? Это не мужественный ник. Вот Дебик другое дело. Дебик — это про придурка. Да, Дебик — это очень мужественно. Я не смог, блядь. Я когда писал третьему рекламодателю, я просто опустил руки и подумал, блядь, ну кто ответит, скажет, да, мы дадим тебе денег, да, вы Дебик. Ну, это, прикинь, они смотрят, типа, вот этот, какие вот. Да, чё, мы дадим тебе пришло. Хмель, Довгоносик. Да. Довгоносик — это как будто... все початки кукурузы. Довгоносик — это как будто бы скрытый персонаж. Неизвестно, что ждать, неизвестно, что будет. Довгоносик пришел. Ребята, Довгоносик пришел. Да ладно, я пытаюсь хоть что-то придумать, на самом деле это пизда. Это Довгоносик. Секретная личность на стриме, Довгоносик. Ступи дура, с тем, как можешь девушке такое писать, если с папе писюлькой тебе по губам потряс, написал. Вы что, гоните? Я вообще не понимаю, она сидит, главное, терпит. А, подожди, а у нее есть этот модерка? Модерка? Должна модерка. Была быть. Дистресс папе. Ну, сидит модерка? С модеркой, терпит эту хуйню, пиздец. Ты сидишь и терпишь, папе? Слушай, а у нее нет модерки, сори. А, ой, бля, я ее, ой, не модерку, да, я ее забанил. Выползла. Оно же так смешно, знаешь, как в этой, блядь, как в этих автоматах игровых, где эти кроты выползают из нор, а ты им сверху молотком по голове хуяришь. Да, да. Я ее подозвал. Классика. Бля, почему у меня такое стойкое желание, вот, чтобы вот этот вот репортаж... Мне такое ощущение, что репортаж посмотрели бы отдельно, чтобы, знаешь, был отдельный стрим с названием «Фильм-репортаж», на нем там просмотры на воде, там, блядь. Возможно, в тебе проснулся стример взрослый, пунктуальный, с наконец-то. Расписанием. Наконец-то! Это, кстати, к деньгам. Ты видишь у меня последние записи? Деньгам слышу. Алло. Вдохновение прошло. Все? Мы убили тебе его? Ну я в твоем голосе нотки легкого разочарования услышал. Захотелось прийти тебя так, чуть-чуть приобнять, сказать, что ты, все нормально. Я просто... А, у меня разочарование? Нет, просто... Я к поэзии так отношусь, знаешь. Старческая хрипота? Видишь, блядь, он меня пришел нахуй тешить. Так. Кстати, мне кидали, прикинь, что тебе кидали какой-то этот клип с моего стрима, где мне, короче, вот за 10 секунд до этого клипа тип задонатил и говорит, прочитай, пожалуйста, своим голосом, и там про тебя вообще какие-то оскорбления, хуйня, что ты скуф, прикинь, тебе прислали, там не видно, что это донат. То есть... Не может быть. Да, то есть там вот, по-моему, не сохранился, правда, но там, короче, мне сначала задонатили, и потом вот буквально 10 секунд спустя я читаю своим голосом, и он заклипал.
Мне еще потом второй такой прислали, но там уже не ты, а да? Судя по всему, твоя не, ну, нейросетка твоим голосом. Что-то так, точно такое же говорит. Я говорю, бля, зачем мне честь и порочу тебя, человека? В интернете все рассорить хотят. Нет, в интернете. Ты, если что-то у меня спрашивай, типа, было-было, скажу было, честно признаюсь. Такс. Ну все, ладно, четвером тогда посидим, я думаю, нормально будет. Максим, я по тебе так соскуфился. Блядь. Вот зачем мне это? Проклятие. А там в чате просто написали, Ипа по шуте, ага. Аморально. Сразу. Ипа это проклятие, Аннабель. Да, Ипа как проклятая кассета. Блядь, ладно, побороть свое желание перезапустить. Все, давайте. Он идет 1:18, это смешно, ребят. Нет, я на него не... Так перезапусти. О, ребят, я перезапускаю. Через минуту запускаю обратно. Опа, Максим. Кто уйдет-то, кто? Кто в 006 спит-то? Кто уйдет, значит, не для них фильм. Ну, кто-то проснулся. Ни на что не намекает. Маленькие уйдут, маленькие. Кому мама говорит уже, все, зубы спать. Ой, зубы чистить, спать. Видишь? Читай чат, блядь. Читаю. Эрик как-то очень странно позицию поставил. Он спрашивает, спроси Максима, пожалуйста, я нужен или нет? Подожди, кто? Ярик. Ярик постоянно это спрашивает и вне зависимости от ответа врывается. А передай ему, пожалуйста, что Ярик очень нужен, но не на стриме. Давгосик, прошу глянуть предложку, если какое-то уже кто-то дело предлагаю. Я чекну предложку, хорошо, брат. Так, привет, люблю тебя, Заюш. У меня ДР 26 лет, 6 из них твои. Поздравь, пожалуйста. О, так, Тангата. ТТ Тангата. Братан, с днем рождения тебе, брат. Очень приятно знать, что все эти года мы провели вместе. Ты классный. Сколько, мужик. 26? 26. Нормально. О, хуйня, детский возраст. Хуйня, детский, это конечно. Все еще хуйня. Это маленький еще. У меня уже почти вон, бля. У меня у мамы. У тебя 500 тысяч зрителей отвалится, не перезапускай. Так я хочу не за онлайн, а за то, чтобы был отдельный вот, который ЗАЗУ. Будет... ЗАЗУ. За отдельный вот, который можно будет зайти да посмотреть чисто с фильмом отдельно. Там вроде можно разделять как-то вот, если, по-моему, уж на то пошло. Но я не уверен. Ладно, поехали, смотрим.